шайбу Ефремову. Ефремов смещается в центр. Ли на синей линии подбирает шайбу. Наброс в сторону ворот. Енов до нее не добирается. Его уронил Зайцев. Ефремов. Бодров. Бодров хорошо на паузу ушел, бросил и забил. Минута и 21 секунда до конца третьего периода. Сибирь сокращает отставание в счете до минимума. Вот это развитие событий у нас. 4-1. Именно с таким счетом Сибирь выигрывает пока третий период. И еще далеко не факт, что динамовцы